Якутские спасатели завершили сопровождение ледохода в Центральной Якутии. Оперативные группы вернулись из Намского и Кабяйского районов к месту дислокации. Подробности в следующем сюжете. Оперативные группы спасателей обеспечивали безопасность во время паводка в селах Коку и Арбын, Сита и Кальвица. Сотрудники аэромобильного поисково-спасательного подразделения службы спасения Якутии вели мониторинг гидрологической обстановки, находились в готовности к спасению людей и материальных ценностей. Но река прошла через Намские и Кабяйские районы без серьезных подъемов уровня. Сейчас, да, полностью вода покинула дворовые территории, угрозы нет. Местные озера, с них тоже вода уже ушла. То есть там идет заливка через озера, не через протоки, через протоки по озерам. С озера ушла вода, с протоки ушла вода. Угрозы для населения местного. Параллельно со сбором оперативных групп проходил облет устья реки Вилюй на предмет возможных заторов и остановок льда. Как отмечают специалисты, ледоход на реке Вилюй уже выходит в устье, и никаких рисков нет. Состояние льда там уже все разбитое, очень большие открытые водные пространства, поэтому угрозы населенным пунктам нет. Поэтому завершаем сопровождение весеннего половодья и готовимся к следующим этапам. В данный момент напряженная обстановка сохраняется на реках Колыма и Алазея, так что якутским спасателям еще предстоит немало работы. Афанасий Николаев специально для НВК Саха, Намский и Кабяйский районы.